Перше на професійній сцені в Криму він виступив саме в проєкті «Шелеле». І саме через цей проєкт його побачили його співвітчизники – кримські татари, кримчані. Сьогодні він – народний артист України. Бутун дуняга беллі, гітара устасы, менім джесіне, бірінші номер. Гітара устасы Энвер Измайлов. Ну, на самом деле 15 лет, могу сказать так. Когда я жил в Узбекистане, наш дом назывался номер 15. Потом, когда мы переехали с супругой получать квартиру, у нас этот дом был тоже номер 15. И уже 15 лет я живу в Симферополе. Знаете, какая дата? Ну, в общем, это все так хорошо складывается. На самом деле, поздравляю Шелеле с таким юбилеем. И в плане стратегии, в принципе, ничего не изменилось, и это хорошо. Вот. А есть какие-то вот интересные добавления с привлечением зарубежных музыкантов, артистов, это очень хорошо. И, конечно, класс наших ребят, которые здесь растут, развиваются творчески, гораздо становится явно очевидным.
Сауз. Спасибо, дякую. Украина халк артисты Энвер Измайлов.